Вперед к победам с самых ранних лет. Одними из лучших признали кадетов регионального управления МЧС на международных соревнованиях в Ростове-на-Дону. Юные спасатели вернулись с престижных соревнований с бронзой. Конкуренцию ребятам составили 18 коллективов, в том числе команды Сербии, Луганской и Донецкой народных республик. Конкурс проходил в 4 этапа, однако триумфаторов выбирали только по одному – скоростной эстафете с препятствиями. По ее итогам, в упорной борьбе делегация из Биробиджана уступила победителю всего 30 секунд. На этих соревнованиях летний сезон для кадетов не заканчивается. Совсем скоро они представят Россию на международных состязаниях в Азербайджане. В очень ближайшее будущее команда нашей области в этом году представляет единственная команда от России. Представляем нашу страну на международных соревнованиях в Азербайджане, юные спасатели. И в Баку 24 июня мы туда улетаем.